Сейчас пойдем. Запах двух так. Кто-то может еще на двух так ехать. А, ну. Опа. Наверху наверх заезжать, там разворачиваются, съезжают. И давай на колес!
Давай, давай, Санек, вставай. Передача. Вот выжмись тогда, хрен с передачей. Выжми сцепление. Давай, ничего страшного. Как оно слетело? Thank you.
давай, держись. Я все дал свои. Аккуратно, вы просто встали не очень. Давай, красавчик, давай.
глуши мотор, ты крепишь. Ну что, как? Тяжело, да? Здесь вот тяжело. Его не остановить. Вот сюда поставишь. Хвост сейчас поломал, да? А? А у тебя же был сломан, да? Кто? Хвост. Ладно, дыши. Я закрепил его хомутами, чтобы он не так болтался. Дыши. Сначала было? Или в 5.30? Я не знаю. Сейчас 41 минута, если тебе что-то это даст. Вот эти бревны сейчас убирают сегодня. Ну, не хватает, бля, кинуть цепу. Не катаюсь, тренировок по ним нету. Здесь-то еще вот эти горочки, еще лада. Ну да, это ерунда. А где финиш? Ну там где-то. Ну, 30 минут ездить и потом последний круг. А, я снимаю, перезвоню. Вот это, смотри, траекторию красивую берет. Ну сразу в край. Смотри, подъезжаешь до земля. Ладно, развернуться еще. Ну тут развернуться хватает места. Сейчас он хуёво. Смотри, и перекидывается. Ну я вот так же перекидываюсь сложно мне. Да? Мне кажется, налево ты... еще бы сложно, право я... Мне кажется, ты длинный, тебе удобно. Ну я не тренировал это, поэтому... Не, я бревна хорошо перекидываю. Ну, по крайней мере... Часто встречаются на дороге. За ограждение, чтобы не мешал. Ну, извините, чтобы не мешал. Дай еще водить. Твоя? А? Его, да. Я просто под нос. Есть твоя. Есть сколько хочешь, но твоя. Сколько времени? Я не знаю, сколько. Сколько прошло времени?
Стоишь на Саниной траектории, вон Саня едет. Вот. Понял. Я представляю. Давай, давай, молодец. Ну пока все хорошо. Ну куда? Восьмой круг, блин. Молодец. Нет. Договорились полчаса ехать. Так уже полчаса уже прошло, по-моему. Нет, не прошло, нет. А я с перерывом снимаю. 21 минута. Последние круги. Ну я ему говорил уже. Ну что осталось минут 10. Он все равно не слышит. Не, слышит, он меня махнул головой. Ну, так, тебя можно поздравить? Сейчас поздравят и поздравишь. Да я понял, окей. А кто скажет? Участники заезда класса эндуро, просьба подойти к сцене. Друзья, вы подойдите, пожалуйста, к сцене, мы ждем вас здесь. Да, все еще поблизости. Так иди к эндуро. Ничего страшного. Я там последний, наверное. А? Скажите, а среди тех, кто сейчас находится под сценой, есть люди, которые готовы принять участие в забеге сегодня вечером? Есть раз, два, три, четыре. Отлично! Достаточное количество людей, но для вас я напомню, что у нас есть призовой фонд, который составляет 100 белорусских рублей. Именно такую кругленькую сумму получит человек, который пробежит по трассе. И добежит, ну что побежит, но и добежит до конца и сделает это первым. Обгонишь. Да, конечно, я не такая бегунья. Саня подвезет. А, да, ну что ж, я вижу, участники класса и заезда эндуро находятся здесь. Ну что ж, еще раз мы приглашаем на сцену участника, который занял третье место, Алексей Машок. Наши аплодисменты, друзья, наградите ваши его. Ваши аплодисменты, это встречаем! Здорово! Это было просто фантастично и феерично. Леш, наши аплодисменты. 5, 5, 5. Ребят, что вы делали? Малышек. Валились, как бы удерживали вообще. Вот ваше место прошло. Как вы можете удержать так вот, я просто не представляю. Подарки от наших спонсоров, подарки от западного региона. И ваши аплодисменты, друзья, конечно же, финалистам! Друзья мои, второе место в заезде класса эндуро занимает Александр Шунько! Громче, 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 громче! Саня, молодец, Сашка, молодец! Тебе аплодируют все, которые здесь есть зрители! Второе место, наши аплодисменты, друзья! Шума, друзья! И медаль за второе место. И медаль за второе место. Ну вот здесь надо сделать поправочку, потому что этот человек будет выходить уже третий раз сюда, причем опять становиться вот на этот подиум. Первое место в заезде класса эндуро занимает Артем Хунцевич! Мне кажется, Артем сегодня на сцену поднимался приблизительно столько же, сколько и я с Олегом. Громче, громче аплодисменты, друзья! Артем сегодня забрал, мне кажется, все возможные награды и все ступени для него первые. Артем! Больше аплодисментов! Памятное фото, конечно же! И ценный подарок! Спасибо, ребята, наши аплодисменты, фото на память! Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу! Картон. Спасибо, ребята. Ну что ж, и мы еще...
результатов заезда на квадроциклах. Заезда на квадроциклах. Нам сейчас должны передать эти результаты. И мы плавно перейдем к забегу среди зрителей сегодняшнего праздника. Сразу ну, ребята, не забывайте. Я прошу прощения. Алексей Машор также хочет высказаться немножко по такому прекрасному поводу. Ребята, сделайте музычку чуть тише. Алексей Машок, вам слово. Ребят, спасибо большое вам за соревнования, за то, что привели эндуро заезд. Все получилось круто, спасибо большое. Я рад, что эндуро движется, что появляются новые места, новые люди. Спасибо мотоформату, что уделили нам время, наградили. В общем, спасибо участникам все, которые приехали. Всем-всем большое спасибо.